Летом 1877 года Федор Михайлович Достоевский побывал в Курской губернии. Вместо того, чтобы ехать в любимую старую Руссу, семья Достоевских решила отправиться в деревню Малый Прикол Суджанского уезда в имение брата жены Достоевского. Путешествие оказалось весьма продолжительным. Поезд, в котором ехали Достоевские, часто простаивал на станциях, пропуская военные эшелоны, идущие на Балканы. И вот Малый Прикол. Деревенька тихая, вдали от всех дорог. Дом Шурина стоял на берегу озера, в окружении сада, за которым размещался лес. Все способствовало отдыху и работе над рукописями. Использовать представившуюся возможность писателю полностью не удалось. В июле Достоевский выехал в Петербург в связи с хлопотами по выпуску очередного номера дневника писателя. Это издание он считал важным и не мог допустить, чтобы выпуск его сорвался. Вернулся он в Малый Прикол только в конце июля. Позднее Анна Григорьевна, жена писателя, вспоминала: «Лето 1877 года прошло для нашей семьи весело и благополучно. И мы только жалели, что не смогли остаться в деревне на сентябрь. Но надо было возвращаться в Петербург и выпускать двойной летний номер июль-август. И в конце августа мы вернулись в Петербург».